Героиня нашего сюжета Унурокова Нафисет Аслановна, имя, которое давно уже стало символом превосходства в области образования и математики. Страсть к числам и желание делиться знаниями с новым поколением сделали ее одним из успешных и востребованных учителей математики в Кашхабльском районе. В школе мой самый любимый предмет была математика. Любовь к этому предмету привела мне учитель начальных классов Куготова Амината Юбовна, за что ей огромное спасибо. После окончания школы решила поступить на факультет математики и компьютерных наук, так как современная жизнь, современное общество сейчас без информационных технологий как бы не обходится. Это во главе всего. А математика, я считаю, что это, ну как говорится, царица наук. Она лежит в основе любой науки и любой сферы. После окончания Адыгейского госуниверситета решила вернуться в свою родную школу. И по сей день, 13-й год, работаю в этой школе. Учителем математики и в настоящее время еще по совместительству заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Ее подход к преподаванию – это не только передача математических знаний, но и формирование у детей прочных навыков мышления. Для нее не существует неразрешимых задач, ведь каждая из них – это возможность развить творческое мышление и научиться находить нестандартные решения. Стаж работы в 13 лет говорит сам за себя. Это время, когда Нафисет Аслановна умудрилась оказать огромное влияние на жизнь множества детей. Многие из них помнят ее не только как просто учителя, но и как наставника, который помогал раскрыть их потенциал и вдохновил на дальнейшую математическую карьеру. Я, наверное, как и любой педагог, настолько люблю свой предмет, что стараюсь его популяризировать, донести значимость и красоту своего предмета до детей. И могу похвастаться, что у меня вот выпускница моя, одна из моих выпускниц, пошла по моим стопам. Она сейчас учится и очень хорошо учится на факультете математики и компьютерных наук. Это, я считаю, ну, большим своим, как бы, достижением. Она не только прекрасный специалист в своей области, но и теплая, доброжелательная личность, что помогает ей устанавливать доверительные отношения с каждым ребенком. С первого дня, что я работаю в школе, пришла работать в школу, у меня с дисциплиной как бы не было проблем, даже не знаю, как это объяснить и с чем это связано. На моих уроках дети идеально себя ведут, слушают. Даже не знаю, как объяснить, но у меня это получается. Особых усилий и каких-то там особых методов, форм работы вот по установлению дисциплины в классе, я не скажу, что чего-то такого сверхъестественного я не использую. Нафисет Унурокова любит свою работу, и это видно по ее энтузиазму и преданности. Она постоянно ищет новые методы, чтобы сделать процесс обучения максимально эффективным и интересным. Главное, я считаю, в учителе, учитель должен быть добрым, любить детей. Ну, это такие как бы примитивные вещи, но я считаю, что учитель должен уметь находить изюминку в каждом ребенке, способности доходить, как сказать, досматривать до глубины вот возможности каждого ребенка. Уважаемые мои коллеги, в преддверии нашего профессионального праздника хочу пожелать нам всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, позитива и получать только самые положительные, самые хорошие эмоции от нашей работы. И, конечно же, благодарных нам учеников.